Это в вашем мире вам могут пенсионный возраст поднимать хоть до 100 лет. В моем мире, если бы такие, как я, было человек 1000, не поверьте, не подняли бы. Мы будем вставать снова, мы будем проигрывать, мы будем подниматься, мы будем выигрывать, будем молчать о том, что мы выиграем. И с уважением относиться к себе. Это не более чем технический результат будет. Вот и все, да. Михаил. Поэтому мы будем продолжать и дальше работать в этом направлении, пока, грубо говоря, с утра у меня пульс 60, а работая на максимальных нагрузках пульс 180-190, и я себя более-менее нормально чувствую. Поэтому будем продолжать дальше, потому что есть у людей в этом заинтересованность, есть люди, которые это все делают, но в конце концов пока, слава Богу, я жив и здоров, и буду двигаться дальше. Несмотря ни на что. Я говорю, на моей планете нет понятия «стоп», на моей планете есть «поднялся», «отряхнулся» и «пошел дальше». Несмотря ни на что. Вы сегодня на пресс-конференции так сказали про пенсионный возраст, что будьте таких тысяча, как вы его бы не подняли. Скажите, за вами-то люди идут, это не шаг в политику? Это не шаг в политику, это не шаг в политику, и это не популизм, это просто... Что об этом сейчас говорить? Говорят каждый день на канале ОРТ и на НТВ, везде об этом говорят, и ничего не происходит, не происходит. Нужно делать все, что сегодня могу... попытаться изменить в стране, это изменить в себя в сторону все-таки здравого смысла, в сторону труда, в сторону самообразования и просто элементарно сохранить в себе нравственность, тем самым подавая пример в первую очередь своим детям других родителей, ну и родителей, чтобы у людей появилась вера в то, что не все в этой жизни за деньги, не все в этой жизни впустую. Просто вот хочется вот эту веру людям дать, что, ребята, если ты хочешь что-то изменить, постарайся измениться сам, потому что мы сами являемся отражением того, что нас вокруг окружает. Вот и все. Михаил.